Ну вот, ребята, чтобы на выходные не готовить салатов, я заранее подготовил. Вот это оливье без майонеза, пока, потому что майонезом быстро портится при подаче, заливается майонезом, а так он сдобрено оливковым маслом. Винегрет то же самое перед подачей, оливковым маслом и все. А вот эти макароны у меня сегодня на второе. Они сначала отвариваются, потом процеживаются до полуготовности. Потом смешивается со сметаной, сыром, с яйцом, немного молока и выпекается в духовке. И получается вот такой шедевр. Потом вот так нарезается вот так вот. И кушаете, и получаете удовольствие. Вот такой у меня сегодня кухонный, как говорится, кухонный разбор, как говорится. Но вот салаты на выходные мне как раз уже не надо готовить. С холодильника вытащил, раз, 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 на любой вкус. Сельдь под шубой еще хочу делать. Это на третий салат, но это потом. Вот. Салаты обязательно должны присутствовать. Это у меня на второе. На первое у меня готовится, конечно, суп. Вот такие дела.